Доброе время суток. Всем добрые наши зрители, гости канала. Ролик на питание, к сожалению, собрал минимальное. Финансовые средства. А вот. Собаки сегодня уже без еды. Нам позвонили с оптовой базы. У них некому вести мясо, продукцию, поэтому пришлось арендовать газель. Искали экстренно все. На ходу, на лету. А вот, нашли газель. Опять спасибо Николаю. Вот. И сейчас, да, мы экстренно едем в Тулу собирать мясо, продукцию, но у нас не пока шинток. Итог нам надо покосить до четверга. Доброе время, недобрые зрители. Мы сегодня экстренно в Туле на оптовом складу. Вот Наталья, которая, спасибо огромное. Которая дает нам в долг. Всем женщинам, всем, да, дают нам в долг мясопродукцию. Но опять спасибо им огромное. Я говорю, если бы они, не они, то с такой помощью, которая происходит на нашем канале, наши собаки бы уже давно умерли от голода. Еще раз обращаюсь к вам. Сумма к сбору у нас той недели долга составляет 47 тысяч. Откройте свои сердечки и помогите приюту жить. Да. В прошлом ролике я сказала, что я сейчас временно осталась без связи, без телефона для моих подписчиков, кто со мной общается в WhatsApp. И приедем мы сегодня уже, не знаю, часиков 8, и нам придется ночью кормить животных, потому что животные без еды не могут оставаться. Вот так мы и живем. Вот такой у нас титанический, бешеный ритм жизни. Вот. Но хочу обратиться к вам. Помогите закрыть этот долг. Долг составляет на сегодняшний день 47 тысяч. Моя такая большая дружная семья. Я очень прошу вас открыть свои сердечки, чтобы я не писала очередной сос. И честно, морально устаешь больше, чем физически. Потому что завтра еще ехать в клинику с сфинксом и с нянем. Поэтому придется животным, еще раз повторюсь, кормить ночью. У нас нет выбора. И все ждите новости у сфинкса и у лялечки. На сегодня я очень прошу вас искренне откройте свои сердечки. Помогите оплатить питание. Я честно, я морально уже просто встать.